Снова квесты дают тяжелые, да? Я так понял, что подряд сейчас все это будет давать. Три подряд по сильных квеста. Одинаковых, да? Так, Даргири есть, да, у нас? Тинкер ЦМ, когда в такой ситуации берется? Чат, я на чиле посижу, я вебку отключу, что-то я. Тем более я смотрю, тут в чате ничего не пишете. Кто хантером хочет играть? Чат. Плюс чат. Наверное, сразу шмотки открою тогда под такую ситуацию. Все, хантера можно не брать. Кому он нужен, да? Классико. Какие-то ассасины тут есть. Томат, здорово. Здорово, здорово. Так. Что, в магов сыграем? Зевс есть. Сларк пара. Не знаю, десятку тут делать, не делать. Шмот брать, не брать, кто в чё идет. Застарчик, ты здесь, как думаешь? Ассасины, говоришь, сильные? Это правда, да? Так, тут я не успею, да? Ассасины или маги сильные, чат, как думаете, кто из них самый сильный? Ассасины очень сильные. Почему? Что изменилось, что ассасины стали сильными? Сам не понимаю. Ну, почему они сильные? Я просто, я же не понимаю. Игру, вот почему они сильные. Почему я магом не могу играть? Сори. Так. Магом буду играть. Так. 6 урона. Салам алейкум. Салам, Тинич.
Ну, Рики один сильнее магов, да, контрит, но... Правильно, Рики тебя унижают, ну и что? А мне-то как бы... Приста. Просто вижу, мехов никто не собирает. Скребинка только, клокерка, вайда идет. Че, магами тут сыграть? Я могу, я сыграю. Белка в магах сильная. Монополь реки, иди в мага, все верно, Санослав. Там совет из чата хороший, иди в синов, монополь реки, выходи в мага. Да-да-да, Дремзи прочитал. Все верно. Достаю до конца тут. А, пристиков получает очень хорошо. Через мехов кто-то играет. Ну, через мехов вот можно как раз магов играть, выходить, питаться. Это будет сложно очень, на самом деле, но... Я просто хочу, я пойду. Тут тоже магов... Магов набирают, ну ладно. Тоже магов набирают, ребята. Блин, на чили не дают поиграть. Сильно. Мы все вместе-то не уместимся в магов, и здесь магов хотят. А здесь-то почему здесь шмотки даже не взяли, но магов набирают. Так. Агра оставлю. На поле нету. Скрипинка сам через левел сыграет там. Интересно, дай ему войтить. Шмотки он взял. Транквил на победку. И тинкера, и клокерка. Ну, клокерка это только если он вайда пойдет, но не пойдет. Почему он его держит? Отдай клокерка. Хантер и Винсент. Вот это, конечно, меня расстраивает немножко. Так, маркиз спектр ловит, да? И урона нам больше наносит. Кстати, в кроссах достим. Так, ну Тинкер справляется, думаю, с этим. С этими шмотками. Здесь очевидно, что вот это надо брать. Нам не хватает Брэдсфорда. А, да.
не знаю, ребят, пожалуйста, ну зачем так играть? Админка отдал, все правильно. Винстон. Как раз 4 монков может делать, пока на хантерах стоит. Ковары троллит, пока найты нежить. Паша тоже меха пытается собрать. Здесь магов идут, да. Будем думать, как выгодно этих магов сыграть. Сложно. Так, кстати, нормальный стол. Прям достойный, я бы сказал. Ход самый сильный, да? Скорбинку пробили. Тот его пробил. А кто его пробил? Винстон. Но Винстон супер сильный, да? Т2 Марс. И зайчики, которых я пробиваю, есть. Ну это под хумов я забанил под сефа. Седьмой левел у нас дефает всегда. Скрубинка заходила, там и дефаем. Это вряд ли. Сложно. Здесь все возможно. Здесь мне нравится. Но здесь пошляпка. А что повезло с пошляпкой? Лука. Там я дефнул. Так. Я не буду спешить сейчас в этот раз, потому что мне, помню, в прошлый раз алынил. Игра не удалась. А сейчас я вижу, что и без алына у нас игра, в принципе, контролируется. Я не буду сразу бежать куда-то. Ну, вижу, кого дефаю. Просто нам не повезло, что заходит тот, кто может нас пробить. В этом вся суть. Ну, таких много сейчас уже появилось. Я надеюсь, после 15-го уже буду хорошие получать роллы. Сейфчик там, все дела у нас. Все закроется. Да, вот здесь плохо все.
Почти, кстати, успел мультика сдать. Ну, плохие ракетки дает. Очень плохие. Тут, ну, видите, не везет, что тот подбор такой. Какого лича, грач? Ну, что ты такое говоришь? Грач, зачем ты говоришь ерунду? Кого фармил? Кто там что фармил? Мне просто на хумов нужно. Отвечаю лич в роли. Так я в седьмом буду нажимать, там шанс побольше как раз. Чем твоя проблема? А если бы ко мне слабые только пришли, я бы зафармил их. Что бы ты на это сказал? Кстати, по-моему... Варстав фигня, но он ману сейчас отбирает. Да, конечно, конечно. А. Кстати, да, он реально вначале ману забрал. Сильный зашел. А, Чен хоть ману будет давать СФу кастить, это на самом деле важнее всего. Видишь, грач, я сейчас и эко сохраняю, и в принципе гиры получил те, которые могу. То есть я еще игру контролирую. Нет, все нормально, так что успокойся. Смотри, запоминай. Это оставлю форстав здесь, потому что здесь 5 дум тоже может залетать. Ошибся, признай, да? Так в первом роли не было лича, и это был 7 левел. Дело в том, что я собрал как раз. Ты два лича гарантированно, ты говоришь, я ошибся. Ты вообще понял, что говоришь? То есть ты понимаешь, если я в шестом это делал? Вопрос такой, зачем СФчик, как он классный.
Минус эко, конечно, я его брать не стал. Я всех дефа абсолютно. План на игру, Акир на Даргир. Юнитах не знаю, тут под Акира ничего нету у нас. Абсолютно. Сейчас хума на крипах вместо клокерка поставлю, потом тут подумаю. Ну, так сделаю. Он, наверное, у меня уже играть не будет. Левел пойду. Могут мультикасты быть какие-то. Иста можно поставить. Сейвимся хорошо. У меня все равно шмотки будут магические в сейве, потому что этот дум может получать. То есть у меня два таких юнита. Если было бы еще кунка это два, тогда, может, я бы в лича бы дал шмотки. Что там 33% проходило. Посмотрим. Просто не хочу, чтобы плеча думали и все. Так. Еще раз Даргир возьмем. Все, у тебя все равно так. Я не думаю, тут хумов. Потом, если такая. Но в том, что я вначале как раз пошел синов, которых никто не пошел. В итоге все гениально получилось. Грач, согласен? Ну теперь-то ты согласись. Теперь-то, ну скажи свое оправдание что-нибудь. Просто попробуй что-нибудь сказать свое оправдание. Где сины, я в них вначале пошел, а потом свернул. Ого, Пашин 21 зашли, ничего себе. Паша ВТФнулся. Восемь шмоток, Паша, брат. Ты мне вон что дал, ничего себе, Паш. Паш, спасибо, это жестко было. Здесь я точно так же дам. Меня понимаете, у меня 3D-энд есть. И почти пятый дегон. У меня игра, которая может сделать все.
Кунка лучший в эту игру, но не сегодня, да? Он знал, что тебе это пригодится, но... Паша знал. Все верно. Конечно, Леончика не собираю, это плохо. Либо хотя бы двоечку его собрать. Винсон уже под четырьмя монками, но я сильнее тут. Ну да, у меня что-то жирное очень все. Видели, там 3-дент, кстати, сработал. Чистый урон наносится, когда 3-дент работает. Зевс есть, инвокер есть. Кто хочет корону достать? Самый ОП перк, ко мне не верили. Так, кто тебе поверит, Грач? Марлоки в 20% хп отдают и ману получают, да. Такое есть. Все твое, брат. Это я в СФ могу Почему так больно? Чейнмейл. Пойдем, рефрешер еще есть. Кому он нужен? Я просто не знаю, как это происходит, но это очень сильно. Вот это. Вот что сейчас будет. Лич 7к, 7600, 8к, 8500. Ну там уже нет, просто хп ни у кого не осталось. Минус 28. Скорбинка, здорово. Откуда спектр? Чен рисает, у меня Чен в команде.
Сейчас еще этого мы достанем. Свена кого-нибудь. Давай вот так поставим, что ли. Я думаю, Лимон слишком крут. Он намного круче в 100 раз, 100 тысяч раз лучше, поэтому... Шаман. Аркварн, Дизраптор есть, Шейкер. Раста. Сейчас Дум будет идти в лайку, мне все равно. И в этот раз тут хорошо прям пайп решает. У меня именно лич умер, тот, который лич мой. А, я еще этот, у меня SF. Без фулл демонов, но тут не важно было. Сейчас надо подумать. Как с этим разобраться. Это так-то не суть вообще. Просто я его уберу. Раптор поставлю. Мне котел нужен. Котел Лина. Шестимага сделаю. Сильного. Это, кстати, маги. Меня играют. Сильный старт, да, не стрелька, просто сильный старт. Еще Вайтстоуна не хватает. Шаманов кто хочет? Я не хочу шаманов. Кто хочет из вас? Шти шаман фигня, да? Шти мага сделаем. Где он с догона сразу убил кого-то? А, да? А, да? Кунка лишний был. Надо было кого-то другого ставить тут. Два ДП здорово. Рубинка минус яблоко просто. Стебист. А4 андеда поставим. Пока что.
По-моему, мне не нужен этот. Видели, сходу упал Doom. Прям сходу умер. Андеды в магах. Так, выбили, да. Water. Еще сапог есть. О, Свен. Так, спектр ставлю, Свена ставлю. Это твое, брат. У меня пока не фулл демоны. Ласико. Но вы видите, как это прекрасно, да, я уже понимаю. Насколько вам нравится это все. Так. То есть у меня два демон хантера пока. То есть я могу визардами, то есть Леоном и Рубиком тут добавить, что-то закрыть. Могу этого не делать. Ну и так у меня раз демон, два демон. Мне хватит. Леончика еще могу поставить. Warlock есть. Ну, это жестко, да? Андеды в магах, пони в яблоках. Так. Понял, принял. Грач, извинись, пожалуйста, за это, за свои эти комментарии. Будь добр. Чего Техаса не взял? А у меня места нету. У меня вообще тут, по-моему, места нету. То есть мне маги точно нужны? Вот маги. Этот сильный просто. Ну, сильнее Техаса, я думаю. Люкан. Сейчас пока скасит, у меня и так все, там все умрет. Привет всем, привет, парнишка. Я БКБ даже не буду делать. Что возьму? Я думал, Винсент вылетит. Урона сейфчику дал. Ой, этому. Вроде как сатаник. Да, джи-джи. Джи-джи, Винсен. Ну, Грач, ты видел, что стример все контролировал, а не алдынил, как... Ну, зачем алдынить на даргирах? Когда видишь, что у тебя ситуация и так, ну, располагает, чтобы хорошо сыграть, поэтому ключевой момент, я считаю, Грач, а не алын, в лича которого бы не было в шестом.